Мы продолжаем разговор о Вестготской Испании, и сейчас вот этот эпизод будет посвящен краткому обзору правовой системы Толедского, ну, Тулузского, потом Толедского королевства Вестготов. Собственно, в правовой истории Вестготов достаточно четко можно выделить два периода, да, они, конечно, их можно поставить в прямую корреляцию с Тулузским и Толедским королевствами, но это будет немножко неверно все-таки. Первый период, когда право Вестготского королевства определялось двумя основными текстами. Это, с одной стороны, эдикт Эвриха. Я, если помните, частично уже упоминал о нем. Он, до нашего времени он дошел не полностью, реконструирован, издан в реконструированном виде знаменитым испанским историком права и специалистом по римскому праву, романистом, да, Альваро Дорсом. Да. В 50-х годах 20 века. Вот. Эдикт Эвриха, включавший в себя несколько сот постановлений, кратких, да, пунктов, был посвящен прежде всего упорядочиванию поземельных отношений готов и испано-римлян. То есть здесь следовало просто урегулировать, да, причем прежде всего урегулировать для готов, разумеется, да, режим пользования землей, сроки давностного владения, то есть те сроки, по истечению которых человек получал право собственности на землю, которой владел вот все эти годы. Алгоритмы и механизмы перехода земли из рук в руки, ну и так далее, так далее, так далее. Параллельно с эдиктом Эвриха действовали, разумеется, нормы кодекса Феодосия, и в судах использовались какие-то сочинения юристов, да, имперского периода, выдержки из кодексов Григория и Гермогениана, то есть более ранних кодификаций. Вот. Но в общем, все то, что потом было кодифицировано в 506 году по приказу Алариха II, и все то, что составило знаменитый бревиарий Алариха, структура которого сейчас перед вами на слайде. Я отмечу здесь только одну деталь, которую хотелось бы проговорить, важную. Да? Эдикт Эвриха был адресован прежде всего готской части подданных короля. В то время как бревиарий Алариха прежде всего был адресован испано-римской части подданных короля. То есть перед нами право, как бы сказать, испанцев, да, право испано-римлян и право готов, такое персональное во многом право. В то время как законодательство вестготских королей более позднего периода, собственно, периода Толедского королевства, да, это законодательство уже по большей части имеющее территориальный характер и распространяющееся, соответственно, на, не только на там, готов или не только на римлян, но уже равно на тех и на других. На самом деле проблема считать ли вестготское право территориальным, в частности, право книги приговоров и даже, кстати, право бревиария Алариха, считать ли его персональным, считать ли его территориальным, это дискуссия, длившаяся большую часть 20-го столетия в историко-правовой литературе.
дискуссия, в которой активнейшим образом участвовали Альфонсо Гарсия Гайо, Альваро Дорс, упоминавшийся мной сегодня Альфонсо Отеро Варелла и целый ряд других историков права. Да? Ну, как бы сказать, обычно считается все-таки, что вот именно вестготское законодательство уже, да, не вот эпохи после тулузского периода, оно имеет, как правило, все-таки территориальный характер, а не персональный. А еще один момент, на который я хочу обратить внимание, это то, что короли, ну, как минимум, начиная с Леовигильда. А как минимум, почему я говорю как минимум, скорее всего раньше, но у нас нет доказательств. Но как минимум, начиная с Леовигильда, вестготские короли начинают издавать законы, легес. Это очень важный момент. Вы помните, я говорил в одном из предыдущих эпизодов, что традиционно, повторюсь, так называемые варварские короли, вот эти вот романо-германские, да, воспринимали себя как наместников империи, наместников имперских провинций в отсутствие императора на Западе. Соответственно, согласно имперской табели о рангах, согласно распределению полномочий, законы легис имел право издавать император. Когда императорский закон приходил тому или иному наместнику провинции или префекту претория, если там, на два ранга выше, да, тот имел право издать эдикт, то есть свой нормативный акт, разъясняющий подконтрольному ему населению суть императорского закона. Да? Не закон, внимательно, подзаконный акт, эдикт. Кстати, вот эдикт Эвриха, да, это прямая иллюстрация того, о чем я говорю, сюда же эдикт Теодориха, сюда же эдикт Хуннериха, эдикт Ротари и другие памятники, соответственно, германского раннесредневекового права. А при этом вестготские короли, соответственно, что делают? Они начинают издавать законы, легис. На символическом языке, вполне понятном, кстати, всем, кто за этим следил, это означало заявление, что мы ставим себя вровень с императорами. Мы больше не наместники. Мы такие же самовластные, авторхичные правители подконтрольной нам территории. Законы издавались, повторюсь, как минимум с конца VI века. К середине VII, в 40-х годах VII, Хиндасвинд задумал создать кодификацию, то есть собрать вестготские законы воедино, да? Законы вестготских королей. И это было осуществлено при его преемнике, при Рецесвинте. В 654 году появляется текст, который известен как «Liber Judiciorum» или «Книга судей», книга «Liber Judiciorum» или «Liber Judicum», то есть «Книга приговоров», на своей диапечатке, извините, пожалуйста, или «Книга судей». Да? Этот же текст известен в более поздней испанской истории как «Fuero Juzgo». По названию Кастильской версии, Кастильская редакция появляется в 1241 году при дворе Фернанда III. И, что характерно, последний случай прямого применения норм Фуэра Хузга в судах, я имею в виду. Ну, то, что я помню, я могу ошибаться. Ой, дай бог памяти. Конец 18 века. Конец 18 века на севере Испании в одном из судов. Ну вот, смотрите, да, текст создан в 654 году, применялся до 18 века включительно.
Более известен текст вы видите «Квестготская правда», но это все написано. Нужно не говорить. А интереснее остановить внимание вот на чем. Мы сейчас будем говорить про структуру текста. Обратите, пожалуйста, внимание. Книга приговоров делится на 12 книг. На 12 книг. Может показаться, что я вкладываю какую-то ненужную символику, да, туда, куда ее вкладывать не надо. Ну, 12 книг, ну и что? Ну, что с того? На самом деле это очень значимо. Совершенно очевидно. И, ну, давайте буквально через 2 минуты, я сейчас, чтобы не отвлекаться, вот сейчас обратите внимание на слайд. Есть такая хронологическая структура, то есть какие законы сюда входили. Вот какие законы сюда входили. Это прежде всего, конечно, законы Леовигильда и постановление Эвриха. Да? И дальше, вы видите, пополнялся свод практически до самого конца. Последние вставки в текст книги приговоров – это уже начало 8 века. Это новелла короля Эгики, и, по-моему, что-то там с законом Витязя тоже было. Давайте к структуре, да, вот к 12 книгам. Вот глядя на структуру, которая сейчас приведена на слайде перед вами, совершенно несложно понять, что образцом для этого текста выступил кодекс Юстиниана. Кодекс Юстиниана, состоящий из 12 книг, включающийся первой книгой церковная, то есть общие нормы права, затем церковное право. Да? Дальше структурируются сначала процессуальные нормы, потом частное право, потом уголовное право, потом разное. Да? В кодексе Юстиниана тоже 12 книг. И здесь 12. Совпадение? Нет. Это было бы совпадением, если бы мы с вами не разбирали, вот не видели того, что разбирали в прошлом эпизоде, ритуалов королевской власти, символики королевской власти, семантики королевской власти вестготов. Совершенно осознанная имитация имперского кодекса. Есть еще одно косвенное доказательство того, что книга приговоров – это такой, как бы сказать, вестготский ответ Чемберлену, Юстиниану. Извините. Что это вестготский ответ Юстиниану? То есть уже не Юстиниану, а его преемникам, конечно. Почему? Смотрите, до нашего времени дошло достаточно большое количество рукописей вестготских веков. Ну, не то чтобы сотни, но достаточно большое количество рукописей. И значительная часть, конечно, в обрывках, в фрагментах, это нормально, но тем не менее есть, они есть. Внимательно. Среди самых разных фрагментов. Ни одного фрагмента кодекса Юстиниана. Ну, даже маленького, ну, 2 строчечки, ни одного вообще. Между тем, мы помним, что византийский анклав, византийский экзархат, кордовский экзархат, точнее, да, существует на полуострове с 550-х годов по 625-й. 70 лет. 70 лет там живут византийцы, судятся по своим законам, по законам Юстиниана. Там не могло не быть экземпляров свода Юстиниана, понимаете? Это тот случай, когда отсутствие говорит красноречивее наличие фрагментов, потому что отсутствие, полное отсутствие текстов говорит о том, что эти рукописи просто целенаправленно уничтожались. Потому что у нас есть свои законы, а вот этого имперского нам здесь не надо.
Вот. Совершенно, то есть вот, редкий случай, повторюсь, когда отсутствие оказывается красноречивее частичного возможного присутствия. Вот. Помимо Вестготской правды, да, вот книги приговоров, разумеется, были и другие тексты, сохранились так называемые вестготские формулы. Это, собственно, несколько десятков именно юридических формул, используемых в повседневной юридической жизни для того, чтобы составить иск, написать завещание, там, составить договор купли-продажи, найма, аренды и так далее. Не надо было каждый раз писать заново. Можно было взять формулу, да, переписать ее и в оставшиеся пробелы вставить имена, ну и какую-то конкретику, имеющую отношение именно к этому договору или именно к этому завещанию. Вот. Об этих формулах есть прекрасные работы Карлоса Петита, испанского, ныне здравствующего историка права. Они переведены на русский язык и опубликованы в качестве приложений к русскому переводу книги приговоров. Я забыл сказать, он есть, он издан в 2012 году. Ну, сейчас, благодаря пиратам, он доступен в том числе на торрентах. А вот на этом мы закончим разговор о правовой системе вестготов и поговорим о церкви в Вестготском королевстве. Спасибо.